Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Сергей Воробьев, технический эксперт по специальным культурам в регионе Центр. На данный момент мы находимся в ООО «Зоринский сад» Курской области Обоянского района. Я не побоюсь громких слов. Это действительно хозяйство является флагманом по садоводству как в Курской области, так и в регионе Центр в целом. Они применяют самые передовые технологии как в производстве плодов, в хранении и, что касается, в защите особенно. Хотелось бы предоставить слово руководителю этого хозяйства Сергею Валерьевичу Антипову. Добрый день, дорогие друзья. Зоринский сад входит в группу компании «Артель». Предприятие создано в 2015 году на землях бывшего плодосовхоза «Обоянский». На сегодняшний день у нас 630 гектар интенсивного сада с разной плотностью посадки от 1400 деревьев на гектар до 3950 деревьев на гектар. В нашей группе компаний стараемся работать только оригинальными препаратами. Очень давно работаем с сингентой. Очень хорошие результаты дает применение фунгицидов и инсектицидов сингенты. Сейчас вот мы ставим опыт с мирависом, учимся его использовать. И пока что результаты нас радуют. Мы надеемся, что применение мирависа позволит нам сократить количество обработок, увеличив период ожидания между обработками, и получить чистое яблоко без парши. На протяжении последних 5 лет компания «Сингента», благодаря предоставленной возможности, закладывает на этом квартале свои опыты производственные. Светлана Жуковская, главный агроном этого хозяйства, как раз расскажет, как благодаря ее труду, благодаря ее умению, рукам получен такой замечательный урожай в этом году красивых, вкусных яблок. Добрый день. Не только благодаря нашим усилиям, но и совместно с компанией «Сингента». В этом году мы заложили опыт на площади 3 гектара с мирависом, потому что основной патоген и основная проблема, в том числе в саду, остается, это борьба с паршой, чтобы наши яблочки были чистыми, красивыми и здоровыми. Работали мы мирависом 2 раза. Было достаточно холодно, были низкие температуры, дожди, росы. Температура была 6,8 градусов, но препарат показал себя и справился. Если посмотреть на однолетний прирост этого года, можно рассказать всю историю его развития. Но, во-первых, что хочется отметить? То, что лист чистый от патогенов абсолютно, то есть нет ни парши, ни мучнистой росы. А, кстати, этот сорт довольно восприимчив именно к мучнистой росе. Света, расскажите, что означают вот эти метки? Данные меточки у нас означают период применения препарата «Миравис». Первая меточка у нас – это обработка 8 мая, 7 листьев. И следующая обработка через 12 дней, тоже стоит меточка, 4 листа. Как мы видим, на листьях абсолютно чистую листовую пластинку, патогенов нет. Миравис оправдал наши ожидания, сработал, мы очень довольны. Мое мнение, с препаратом Миравис получить чистые яблоки легко.